А перед просмотром данного видео хочу посоветовать вам сайт FlameCash. Открывайте дешевые кейсы и выигрывайте приличные суммы, выводите их без проблем. При регистрации вы получите стартовые 10 рублей в подарок, отличная реферальная система и много призов. Ну а мы начинаем. Всем привет, дорогие зрители моего канала, с вами снова я, Blacks Infinity. Сегодня мы с вами будем смотреть 18-ю серию сериала The Flash, которая по-русски называется Flash. Это серия Абра-Кадабра про известного мага из 64 века, который был злодеем Барри Аллена на протяжении многих лет, и он об этом сам говорит. Вообще, он был злодеем Уолли Уэст, насколько я помню, в комиксах. Но да ладно. Сегодня, после этой серии, сериал уйдет на месячный перерыв. Поэтому я надеюсь, что нам покажут, кто такой Суитар, хотя бы расскажут. Расскажут, да? В общем, давайте уже начнем серию. Я будущее. Флэш. Я не могу так жизни трясясь. Колдфильм, наконец-то перевели. Я будущее. Я понимаю, Флэш. Почему ты пригласил меня на самом деле? Тебе нужен личный эксперт по мета. Уже серия начинается, я уже охуел. Причина. Хотел бы я в это верить. Первая неделя июля. Июль, вам не подходит это время? Нет, у нас там до мая. Нет, отлично. До мая развлекуха. Мы придем. В июле перерыв. У нас сериал уходит на перерыв, поэтому... Не надо. Не делай этого. Пожалуйста. Ты знаешь Савитара? Я знаю все о нем. И о тебе. Впечатляет. Ну, на словах ты Лев Толстой. А на деле абракадабра. Он в самом верху списка коллекторов. Был на моей земле несколько лет назад, совершал кражи, которые кончались смертью. Так он все-таки с первой земли. Появился снова пару недель назад, ограбил несколько компаний и прибыл сюда. Я как сказали, что он на 64 века. Зачем? Наверное, ему для чего-то нужны наши технологии. Что бы там ни было, мы должны это узнать, потому что я не знаю, как вы. С тех пор, как ты последний раз тут была, я все ждал, когда смогу видеть, как цыганочка вайбит. Говори имя. Имя. Живо. Савитар. Это... Нет. Что за херню ты творишь? Он собирался сказать мне, кто такой Савитар. Чёрт. Ой, тупые пипец. Вот и оно. Чё это такое? Спасибо, доктор Уэллс. Ясно. Ой, оба Тона там хранятся какие-то штучки, а этим вообще насрать было. Ну да. В принципе, зачем нам расследовать эту комнату? Разве должно быть столько крови? Это нормально для шрапнели в полости. Нихуя себе, как больно, да? Если слишком много крови, начну терять сознание. О, боже мой. Это какой-то... почти все держишь. Это как... Это я не знаю, что. Так, все, кострел. Тогда поверни его. Ребята, пусть все сильнее. Он замедлится. Да какой пульс? По ней не видно, алло. Я сорву ожерелье. Она вон нормально, смотрите, все нормально. Просто пьяная чуть-чуть. Это будет больно. Нифига себе заруба. О, минус один. Теперь он на углу Ферлоу и восьмой. Да, он сделал это, он у него. Слава богу. А тебе нихера он пируэтик сделал, видели? Нет. Ха-ха! Обос Рамс? Согласно закону Земли 19... Надежды. И я прошу эту часть тебя. Бля, седаб мотивация. Умоляю. Набру-кадабру. Зум. Дево. Но никто не причинил тебе столько боли, как Савитар. Он поистине сломал тебя. В будущем Зум, Тон? Я должен быть честен. Я даже немного завидовал. Подождите, в будущем Зум и Тоун?
Тоун и Зум. Интересно, интересно. А теперь... Если тебя находится в будущем, тогда мне нужно отправиться туда. Я побегу в будущее. Ура! Охуенно! Заебись! Здесь все технологии. Кейтлин? Эй! Кейтлин? Нихуя брыкается. Кейтлин, помогите! Что случилось? Что случилось? Не знаю, у нее просто начался приступ. HR, ноги, держи ее. Бля, в этот раз вместо... Обычно парни Кейтлин умирают, в этот раз сама Кейтлин решила откинуться. Умный шаг. Типа, я всегда на шаг впереди. Она умерла. Нет, не умерла. Нет, она этого не хотела. Мне плевать. Я не буду сидеть и смотреть, как она умерла. О, ебать, вот и Савитар. Понятно? Джулиан, все хорошо, любовь моя. Все будет. Я так понял, Савитара все не спалят. Кейтлин? Кейтлин больше нет с нами. Ни хрена. Кейтлин. Опа. В Азарт Плей тебя уже ждут. Опа. Для начала игры. Удачи. Отлично. Любит смельчаков. Ну что ж, ребята, теперь давайте заценим промо к следующей серии, 19-й серии, которая называется Flash раз и навсегда. The Once and Future Flash. Этот дурачок отправится в будущее, наш с вами любимый, и встретит другого дурачка, самого себя. Будущего. То есть... Интересный синопсис, мне нравится. Сисико, что произошло с всеми? Это что-то, что ты должен увидеть для себя. Ты из того, что она умерла, не так ли? 2024, я сделал это. Скажи мне, кто Савитар. Мы остановим его, прежде чем он попытается. Ты будешь так удивлен, когда ты узнаешь. Ты в мире боли. Костюм новый. Так, тихо. Давайте рассмотрим промо. Что случилось со всеми? Видите фотки в пыли? Ты должен... У меня есть что-то, что ты должен увидеть сам, типа. Ты еще до того... Ты прибыл до того, как она умерла? Апрель 25-го. Он переместится в 2024. Да, он переместится в 2024 год. Расскажи мне, кто такой Савитар. Это Уолли, что ли? Смотрите, Уолли на инвалидной коляске. Ха, инвалид! Инвалид! А чё это он на инвалидной коляске забыл? Вы будете так удивлены, когда вы это узнаете. Кстати, вот насчет вот этого кадра я хотел поговорить. Просто это, видимо, они еще в прошлом. То есть это Star Labs, да, они, походу, в прошлом. Хотя хуй знает, что это такое. Видите, она в клетке сидит, Killer Frost, да? Видите, чья-то рука. Я не знаю, чья это рука. Но она женская вроде, да? Но он сзади Джулиан стоит. Вон, мы видим Джулиана. Вот, это Джулиан, да? То есть мы его видим, вот он. Вот он, это вроде Джулиан, насколько я понимаю, он заблюренный. Но это, походу, сцена в прошлом. Потому что у нас же в прошлом выбралась Киллер Фрост. И вот он, Барри, на нее такой смотрит. И типа, я сейчас махну в будущее. И махает в будущее после этого. То есть мне кажется, что вот эта сцена, она не в будущем. Она в прошлом. И, возможно, она в прошлом уже в конце серии. Или я не знаю. Ну, короче. Ну, вот он такой смотрит, типа, Кейтлин, что с тобой стало? Типа, ну, я уверен, то, что там потом до этого, видите, показывается. Где? Вот, видите, это типа Star Labs. Вот он, Star Labs, и он заброшенный.
При этом Кейтлин вроде как в Старлапсе. Поэтому тут что-то не совпадает. Вон сзади эти светильнички у нас старлапсовские. Но при этом Старлапс заброшен у нас в будущем, потому что команда развалилась. И, видимо, Кейтлин они запрут в прошлом. И она тут говорит, что-то вы будете так удивлены, когда узнаем, что тут не про свитер, говорят, наверное, что-то она про другое о чем-то имеет в виду. Ну и Джулиан сзади стоит, типа, я такой же мыльный, как и свитер. Вот, в общем. Вау, бля, вот это Барри из будущего, да, я так понимаю? Новый костюм, пацаны. Наконец-то, новый блядский костюм. Новый костюм, как на тех фейк-фотках. Смотрите, ремень, желтые линии, вставки, подкладка под грудь вставлена. Смотрите, костюм... Они подкладку сделали. Ебать умные. Смотрите, грудь больше распирает. То есть он качком стал. Маска вроде немножко изменила. Белая эмблема на ушках. Я даже вот отсюда издалека вижу белую эмблему на ушках. Линии вот эти. Ну, линии, конечно. Золотые бутсы будут. Тут не показали, какие у него ботинки, и мне кажется, золотые бутсы. Такие вставки. Ну, короче, костюм намного пизже того, что мы видели. Но, видимо, он это получит, наш Барян, только в 2000... ну, в следующем сезоне. А это из 2024-го его костюм. О. Мега Бетва. Смотрите, это Барян из будущего. 2024-м вернул 2007. Ясно. Короче, вот так выглядит Барялин из 2024-го. Сражается с преступниками, с чёлочкой, с такой прекрасной чёлочкой. Ну и, короче, Барри такой пришёл. Вот я могу сейчас всю серию сказать. Барри пришёл в будущее. Ему будет спрашивать 40 минут, кто такой Савитар, ему будут говорить, не надо, ты изменишь будущее, это плохо, мы все перестанем существовать. И потом в конце, ладно, короче, Савитар это вот такой-то чел. Барри такой подходит, ну, Савитар, короче, это твой друг из команды. И он такой, типа, ну, ладно. Но я так понял, Савитар это не Барри, вот Барри, вот он. Барри Аллен, он остался Флэшем, вот где он. Сейчас, давайте вот сразу. Вот Барри Аллен 2024-го. Он остался Флэшем, да, окей. Сейчас покажу вам Кид Флэша 2024-го. Это очень смешно, не смейтесь. Вот он. Новый костюм получил, такой электронный. А что если коляска со Спидфорсом связана? Или это точно Уолли? Да, это Уолли. Вон, по прическе можно понять, он в 80-е вернул. Короче, Савитар, походу, HR или Джулиан Альберт. Ой, блять, вот бы Савитаром был кто-то какой-нибудь ноунейм из следующего сезона. Вот это было пиздато. Ну, а так, конечно, Ну, Савитар, это, короче, какой-нибудь лох. Бля, ну, конечно, загримировать под 2024 они даже и не пытались. Просто напялили сверху. Усы Циско сделали, да? То есть такие... И чёлочку Барри. Ну, в принципе, решение разумное. Ну, как бы, если чёлку сделать, не видно будет ничего. То есть, изменился он как-то или нет. Ладно. В общем, ребят, я посмотрел новую серию Флэша, 18-я серия. К сожалению, Савитара не раскрыли. А я так надеялся, что вот это вот все теории, они закончатся наконец-то. Что вот всё это наконец-то кончится. И мы будем спать спокойно с вами, думать, кто такой Vigilante. Но нет, всегда решил уйти на перерыв с самым интересным сюжетным поворотом. Джулиан Альберт освобождает Кейтлин Сноу, и она становится Киллер Фрост. Я помню, как Киллер Фрост в 7-й серии говорили, что ее видели вместе с Савитаром. И она была правой его рукой. У нее было большое будущее с ним. И как бы тут подходит все под Джулиана. Понимаете? Я, конечно, Джулиан Альберт, да?
Это будет самое дебильное, что может произойти в истории человечества. Что, да тут все варианты, которые могут быть, HR. Но это дебилизм, блять. Ну, все об HR думают с 2001 года. Понимаете? Переместились в прошлое и уже сидят, думают, а вдруг это HR? А вдруг это Джулиан? Я, знаете, что самое заметил интересное? Джулиан Альберт. Это вот, вот просто самый предсказуемый вариант того, как, кем окажется Савитар. Вот самое предсказуемое. И вот когда самое предсказуемое, вот всем насрать вообще абсолютно. Вот теорий, ни одна теория вообще. Всем нарядить, всем похуй. Все пишут, это HR, это Уолли Вест. И это Барри Аллен из будущего. Ну, вон Барри Аллен из будущего у нас. Костюмчик новый получил, новую кожаночку. Савитар он все. Походу, все. Потому что... Если бы он был Савитаром, он бы прибежал в прошлое и убил бы сам себя. Вот как сделал Флэш в будущем. Когда время сломалось, он прибежал в прошлое и пытался убить самого себя, чтобы его восстановить, чтобы починить. Но тут этот Барри ничего не делает. Он просто, вон, Эмма с новым костюмчиком спасает мир. И там будет зеркальный мастер, который тоже никак не изменился. В принципе, а что им меняться-то? Тоже костюм не получил никакой. Ну, зачем нам костюм? В общем, вот. И что я хотел сказать? Ну, и как бы Джулиан Альберт. Ну, вот вообще, про него теории, может, 90 тысяч сделать. Уже там он и Савитар говорил, и мифы там какие-то он любит, и Джулиан мифы любит. Я помню, там что-то Джулиан в 7-й серии, мне что-то... Я сам не проверял, мне лично было насрать. Что-то он там тоже говорил, что мифы — это его все, типа он эксперт, блядь. Будет, вот смотрите, если будет, вот если будет Джулиан Альберт или HR, вот у меня вот такая реакция будет. Вот так вот, и все. Ну как бы... Все. Как бы вот, ну а что, мне что, закричать? Ну ты какой закричать? Ну, тут ты так понятно все. Они. Ну, зачем? Ну, сделали бы что-нибудь интересное, там какой-нибудь персонаж, который будет в будущих сезонах. Я не знаю. Ну, еще что-то как-то сделали. Придумали бы как-то. Ну, Барри Аллен из будущего уже тоже стал предсказуемым, потому что о нем каждый второй говорит, блять, это неинтересно уже. Вот интересно будет. Если, хоп, неожиданность, какой-то вообще левый персонаж. И потом он в будущем появится как добрый. Вот это вот будет интересно. На это будет интересно посмотреть. А так, ну... Так, конечно, ну... Я, кстати, вчера только читал теорию, нарядите, типа... Барри Аллен на самом деле не видел будущего, никакая Арис Уэст не умрет. Теория обосралась, Арис Уэст умрет. Она, кстати, все-таки умрет? Да. Но, знаете что? Знаете, что настораживает? Что ее спасут. Блин, обидно, конечно. А почему изначально так нельзя было делать? Конечно же, это сериал Флэш. Ну, то есть, изначально это вот когда Эмма Барри Аллен, типа, без Айрис геройствует, уже без команды, там, один, да, в калмычке. Короче, в 19-й серии нам... Все, в 19-й серии нам палят Савитара. Иначе... Ну, а чё, они в 19-й серии его нахуй пошлют в будущем? Типа, пошел ты нахуй. Он прибежит такой, давайте вместе спасем Арис. Да пошел ты нахуй. Ну, и вот если так будет, то это вообще позор. Ну, то есть, ну, это... Вот здесь сабры-кадабры, вообще какой-то был этот... Джо Уэст вот так смотрит. Ой, цыганка, ой, пропал. Ну, я не знаю. Ну, что это было? Ну... Я, конечно, серии 4 поставлю. Но это не 5, ну какой 5? Ну это 4. Ну 8. 8 или 7 из 10. Ну, 7, наверное, из 10. Но в серии опять почти что ничего не произошло. То есть они повоевали с Абракадаброй. С Абракадаброй. И пришли к решению, что нужно пуститься в будущее. Вот можно открыть начало. Конец серии. Вот открываем конец серии. Ничего не пропускаем. То есть Кэтлин Фрост стала киллер. Ой, Кэтлин Сноу стала киллер Фрост. Абракадабра ушел, все, его схватили, а Барри Аллен решил переместиться в будущее. Три сюжетных момента, которые мы должны знать в этой серии. Как бы все. А все, что происходило во время, ну это какой-то стыд, если честно. Ну я 4 поставлю, конечно, с натягом, но поставлю. Предыдущая серия, кстати, была интереснее и смешнее. Мое мнение.
Я тут от серии ожидал грандиозного какого-то торжества. Конечно, нет, в серии был экшен. То есть на экшен, в принципе, можно посмотреть. В серии был экшен. Но промо было интереснее, потому что там был новый костюм Барри Аллена. Кстати, там еще упомянули злодея такого, Дево. Это, короче, я прогуглил, это Думатель. Думатель — это из золотого века комиксов. Я-то думал, почему, я ничего не понял. Потому что золотой век комиксов, а я к нему не притрагиваюсь. Там просто анархизм. Это, короче, злодей Джея Гаррика, который, типа, в мозг свою силу. Типа, он суперумный. Типа, понимаете, у нас злодей либо супербыстрый, либо суперумный. Вот он суперумный, короче. И там какой-то предмет сделал, чтобы его головные импульсы ебашили Джея Гаррика. Ну, короче. Ну, Дево, вот мне очень понравилась фраза Абракадабра, то, что в будущем злодеи будут Тоун, то есть Тоун вернется официально, Тоун возвращается в будущем, когда там хер поймешь. Так, Элбер Тоун у нас есть. Следующее, второе, Зум. Он сказал про Зума, но Зум умер в прошлом уже. То есть он говорит, в будущем у тебя будут не только такие враги, как я, а будут Тоун, Зум, Дево. Ну, Дево, окей, мы поняли пасхалку. Увидим Дево в четвертом сезоне. Будет Дево будет главным злодеем четвертого сезона. Так, что ли? Нет, я, не надо, пожалуйста, Дево в качестве четвертого сезона. Я вообще, блядь, не знаю, что это за персонаж. О нем никто не знает, мне, походу, так кажется. И он вообще ничего не умеет. Ой, давайте Кобальт. Ну, чё вы, Кобальт, все нормально. Но Зум, наверное, Хантер Соломон Земли 1. И возьмет его имя. Зум тоже будет Зум. Второй Зум. Интересно, весело. Веселенькая серия, конечно, получилась. Ждем 25 апреля. Мы вернемся с реакциями на Флэша через месяц. И лицезреем Барри из будущего в новом костюме. А в четвертом сезоне Барри из прошлого получит этот же костюм. Просто запомните мои слова. С вами был я, Blacks Infinity. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии. И смотрите только хорошие сериалы. Значит, пока, берегите себя. Пока-пока.